сегодня мы с папой поиграем в прятки на сервере Hive. Вот если что, IP, если вы хотите поиграть. И да, вот это вот папа. Вот он. Ну что, папуль, ты готов? Готов. И да, папа наконец-то вернулся на канал. Тут я пытался сделать пати, но что-то как-то оно не пошло. Ну что, папуль, пойдем в прятки. Вот, hide and seek. Ты идешь? Ну я, да ты. Да, хорошо. Теперь на пустой слот свой, нажми на свой пустой слот. И, ну, теперь давай на счет три вместе заходим вот сюда вот. Куда? Вот за мной, короче. Ты где? Не знаю. Оу! Я никуда не попал. Подожди. Итак. Мяу-мяу. Нас перекинуло. Мы с папой разобрались наконец-то. И, папуль, прыгни. Прыгни, если ты здесь. Прыгни. Ты где? О, привет, папуль. Привет. Ну, ты понял. Значит, тут... О, you're locker. О, что это такое? Выбирай блок. Я хочу быть кварц. Итак, папуль. Ну ты пон. Значит, тебе надо прятаться. Тебе надо найти хорошее место, бегать по карте. И ой, если хочешь спрятаться, надо остановиться. И не бегать. Хорошо? И также можешь два раза нажать на стрелочку вперед, ты будешь бегать таким образом. Так, я наверх. Я специально так говорю, чтобы было интереснее, чтобы... Если чтоб понимали, где кто. Секер уже релиз. Куда я пришел? Ладно, буду здесь. Я спрятался. Все, я спрятался. Спрятался, папуль? Нашел хорошее место? Хорошее, но не хорошее. Но мы не говорим, какие мы блоки, потому что так будет уже неинтересно. Хорошо. Так, подначка. Что это такое? У меня не работает подначка почему-то. О, зажать надо. О, лама. О, тихо. Если тебя будут бить, два раза нажимай на эту, на стрелочку вперед. А, нет, подожди, я знаю. У тебя наоборот. Тебе надо на вот эту вот кнопочку нажать, если ты хочешь убежать. У нас же разные штучки. Значит, нам главное просто как-то выжить. Потому что Лили нам тут наготовила какую-то филиберду. А я не хочу это пробовать. Нам дали мечи, мы можем, если что, кого-то ударить. Так, ладно, я для интересности. Вы... Почек идет. Папуль, короче, если кого-то находят, пробуем. Хорошо. Я в таком месте, ты просто не представляешь. Да-да. Так, что там? У меня тут вообще никого нет. Что у меня? Кого там убивают? Хорошими. Кого-то нашли. Так, подножка. Таунт, короче. У меня тут просто никого. Я могу спокойно ходить по этому месту. Вообще никого нет у меня здесь. Конечно, два стикера, это так. Это... Кто-то идет. Блин.
Я испугался. Как дела у тебя? Прекрасно. Не понял. Тоже... Почему мне написали, что папа Бегав был пойман, убит? Не знаю, вроде никто меня не бил. А ты зачем фильм смотришь? Папа Сикер! Да. Итак, папуль, я на самом верхнем этаже. Беги на самый верхний этаж. Я же стоял в тишине. Если ты меня поймаешь, спрятанный, то молодец, то мне не засчитается балл. Но ты все равно съешь то, что Лили наготовила. Значит, на самый верхний этаж беги. Да не надо, я сейчас еще кого-то буду. Да не, меня лучше. Ой, тут березовый блок. Меня лучше. Папуль, если ты меня поймаешь, то я... Я не засчитаю себе. Ой, я тебя вижу! Ой-ой, ты к нам идешь! Ой-ой! 11 секунд, папуль! А вы что тут к нам идете? Помпончики, блин, что вы так к нам идете? Я выиграл! Да, ты молодец! Ты на самом верхнем этаже! Привет! Я был в комнате! Ты молодец! Так, папуль. Что? Нет, не нажимай на exit to hub. Close overview. Close overview. Хорошо. Ой, мне дали дыхание. Ой. Значит, папуль. Первое, вот это вот то, что наготовила Лили, будешь кушать ты. Это в конце мы уже будем делать. О-о-о. Сейчас, еще два... О, Standing in 20 это. Ты где вообще? Где? Не знаю, где ты на столе? На столе стоишь? Здрасте, вы лиса, а я кто? Я кто? Вот. Не знаю. Так, Standing, все, поехали. Новый раунд, новое плечо. Ой, какие плохие эти. Ну, я выберу вот. Ну, я не скажу тебе, какой блок я выбрал. Ох. Чисто такой лиса. Ну, кстати, как вам мой новогодний скин? О, боже! Что? Как тут? Что? А как? Тут же невозможно найти какое-то нормальное место. Так, я сюда. Пойдем. Блин, помпончик. Бежать надо! О, место. Не запрыгнешь? Нет, я запрыгну сюда. Это просто такое место! Такое место! Папуль, ты меня просто никогда не найдешь. Нет, я выделяюсь. Листвой. Так, тут бежит Сикер. Так, ладно, пока никто не видит, я по-быстрому убегу в другое место. А то мне не надо, чтобы меня нашли. Я вообще какой блок? Я сюда. Я спрятался. До свидос. Уйдите. Кстати, мне интересно, какой вот ты блок? Да что ты тут лезешь? Тихо там, Сикер. Тихо, аккуратненько. Аккуратненько не надо. Пуль-пуль, как там дела у тебя? Все нормально. Передо мной Сикер пробежал. Точно, геолокацию надо сказать. Значит, говорю свою геолокацию. Я в каком-то странном магазине. Я в надежном месте. Геолокацию свою скажи. Я в каком-то кафе. Кафе? Да. О, ну вот какой блок, не надо говорить, а то это уже будет реально неинтересно. Так, мне дали меч. Никого, в принципе, нет. Использую ламу. Рядом со мной тут еще какой-то парень. Кажись. Oh, this is Freddy Fazbear.
Так. 15 поинт. Меня вообще не могут найти. Тебя нашли! Так как же меня могли найти? Я ж спрятана была. Как? Тебя второй раз нашли? Да. А где ты был? В кафе. В каком именно? Я не знаю, в каком. Папу нашли! А может не нашли, может это просто мы родами меняемся по времени? Нет, тебя нашли. Мне это написали. Использую планы. Меня поймали! За мной был парень! Папуль, здрасте! Здрасте! Я в окно! Хочешь, покажу, где я был? Не, я тут ищу что-то. Так, у меня все просто, Значит, ищем все блоки. Я запомнил блоки, какие были. Так. Так, ушки. Ага, нету, ну окей. Угу, так, проверяем. У нас 40 секунд осталось. Мне вот это вот вообще не нравится. Где он? Где последние помпончики? Я не знаю, вот я вот здесь... Папуль, ты со мной где-то? Да где ты бегаешь? Я не могу найти это. Блин. Двое осталось. Бочка листва. Листва, я запомнил, какая листва была. А-а-а, папуля ищем. Бочку ищем. И можно тут... Ну все, мы не найдем. Все, у нас 3 секунды осталось. Где они были? Папа, сейчас придется. Да, куда? Ну у нас же это... Пиши, папуля, ты... 2 секунды. Ты куда? Папа сейчас придется. Куда? Итак? Папуль, ты где? Прыгни! Где ты? Ты где? Прыгни! Прыгни! Где? Ну, еще раз прыгни. Ты мелон? Ты арбуз? Ищи место, где арбуз. А я кто? Я книжная полка. Ой, проболтался. Ну, так интереснее будет. Все, я спрятался. Знаешь, папуль, ты арбуз, я книжная полка. Если нас поймают, мы теперь знаем, кто мы вообще. Да. Я нашел такое место, ты просто меня никогда не найдешь. Вот реально, уверяю тебя, никогда не найдешь меня. Папуль, я вижу арбуз бегущий. Он забежал, развернулся и убежал. Это ты был? Нет. Ты уже нашел место? Найди какое-то секретное место, чтобы... Я спрятался. Ты спрятался, ага. Тебя вообще слышно на видео? Как ты думаешь? Я не знаю. О. Потом узнаю. Ой-ой-ой, как... Находят сильно. Так, значит, 2-0 пока в мою пользу. Угу. Лили тут реально какой-то... Непонятно что. Она готова... Ой, Япон? Я должен вытереть. Я же подготовил специально... Меня просто парень спас. Я не успел убежать. Я теперь Seeker. Ты победил в этом раунде. Но я же знаю, кто ты, папулечка. Ага. Ты же понимаешь теперь. Да, ты же арбузик. Так нечестно. Ну извини. Тебе один раз можно, дальше уже не будем. Так, где этот арбузик такой сидит? Стоп, ты где вообще сидишь? Мы как найдем тебя,
как найдем. Но ты умудрился куда-то так спрятаться вообще, непонятно куда. Что я реально не знаю, куда. Где арбузы вообще? О, арбузи. Нет, арбуз. Нет. Куда ты вообще умудрился спрятаться? Карта огроменная. Непонятно, куда вообще ты мог спрятаться. У меня есть Energy. Так, стоять. Что? Поздравляю. Тебя поймали? Да. Но у тебя все равно это балл, потому что это... Я не смог тебя поймать. Стоять! Вернуться! Стоять! Блин! А! Ах ты ж помпончик! Еще и в место, где я был! Зажимайте! Все, ты в тупике! Ах ты ж помпончик! Я сейчас бегу просто за... книжной полкой. Поаккуратнее, я вообще-то это не на компьютере играю. Это можно понять по моим джойстикам. Все. Ударил. Давайте, зажимаем. Мы поймали. А ты где? Ты где вообще? Где ты тут бегаешь? Я твой ник не вижу. Кто вообще еще кто может быть кем? Не знаю, где-то бегаю, что-то делаю, пытаюсь. Я тебя даже не вижу. Ага. Папа просто где-то сидит, непонятно где. Я реально никого не вижу. Заныкались. Короче, бежал вот здесь вот. Game over. Ты шо? Ты. Ай. Так, значит... Нет, close or over why? У нас еще один раунд. Как ты думаешь, на этот раз ты выиграешь? Бустеры? Тут есть бустеры! Что это? Давай Winter Fair, возьми бумажку, зажми. Почему ты свинка? А я кто? Я кто, мне интересно. Вот я, вот он я. Кот? Я Том! Как здесь что-то... Выбирай. Не говори только, что выбрал. Так, я выбрал блок, но я не скажу, какой я выбрал. Я пока лучше поизучаю, вот. Я на втором этаже. Так, поехали. Так. О-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. Где мне с таким блоком вообще спрятаться можно? О! Окажись, нашел. Стоять. Как мне здесь? У меня тут проблемка такая. У меня такой блок специфический. Я не понимаю, куда мне спрятаться. У меня... Ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую, меня поймают первым. No. Кстати, я помню, что мы геолог... Я вижу какую-то листву, но это не ты. Ты что, блок сена? Не, ладно, не говори. Скажи лучше свою геолокацию. Что ты от меня хочешь? Ой, нашли. Я вообще с мечом бегаю. Я не понимаю, у меня уже энергия. Ты что, сикер? What? Тебя выбрали сикером стоять, что? Получается. Что, извините? А, тебя нашли! Наверное. Тебя, кажется, самым первым! Мистер Бист! Тебя самым первым нашли. Наверное. Ты проиграл? Получается. О, я тебя вижу! Ну, папуль, если ты меня найдешь и убьешь, то мы
засчитаем мне балл. Ой, я тебя вижу, помпончик. Помпончик бегает чисто. Не найдешь, такое место крутое нашел. Не найду. Я не опытный. Ну ладно, дам подсказку. Вот где ты сейчас стоишь, около тебя, но не прямо около тебя, ну там несколько блоков разница. Вот подсказка, вдруг папа сможет. Вдруг. Вот интересно, вот интересно, давай. Ну где? О, мне дали меч. Теперь я могу мечом тебя. Ну бегай, папуль. Еще одна подсказка. Не вот в этом вот заборчике, где ты сейчас стоишь. Не в этом кругу. А в другом месте. Я даже подначку сделаю. Папуль, холодно. Вдруг еще кого найду. Ой-ой. Ладно, если ты двух найдешь, то мы баллы не засчитаем. Ой. Тихо. Тут это, парень. О-оу. 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 А-а. Остановился. О! Да пойди, там есть проход. Ой-ой. Да ну вас нафиг, я побежал. Тихо. Ой, яс. Сейчас как это. Ладно. Не поймаешь. Ну-ка. Давай, папуль, попробуй. Нет, у меня реакция уже не та. Все, я спрятался. Не найдет, не найдет. А! Ой, а вы как-то это вяленько идете. О! Ай-яй-яй-яй-яй! Не надо! Я спрятался, меня не найти. Так, тихо, тихонечко. Ой, боже мой, просто обманули папуса. Я даже сделаю вот. Итак. Ну что могу сказать? Оу. 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 Эээ, бэйби. Итак, а на этом мы почти закончим. Но подождите. Так, папуль, exit to hub. И, папуль, подожди, у нас тут это, вкусы от Лили. Давай начнем с меня. И я выберу вот этот вот. Тут Лили нам наготовила кучу всего. Так, смотрим, что мне вообще попадется здесь. Так. Ка-ха. Бургер кто хочет. Итак, заносите его. Сюда так, и бургер. И там, и тут просто две булки. Оказывается, тут наполнитель. Котлетка и сыр. Теперь я поем. Конечно, это не пунк-панк, так что мы уберем звук. Самый обычный вкусный бургер. Няу. Итак, и папаны раз, два, три. А может даже четыре штуки. Я одну их. Не, тут три. Ну, давай, все попробуй. Остальное хотя... я два. Не, Сашенька, не. Так, бери одну. Выбрал? Кто? Так, две, окей, две, так две. Не волнуйся, у тебя три.
М. Каша-маша. Итак, занесли и подсидим. Каша-маша — это каша с ягодками и морковным соком. Ура! Кушай. Вкусно? Очень. БП. Что такое БП? Болоньеза-пас. Болоньеза-паста. Очень странно звучит. Ну, как это Лиля придумала? Суп из соуса болоньезы. Пасты болоньеза и немножечко тут самих спагетти. Что, блин, извините? Это законно? Так, папуль, пробуй. Предыдущая была лучше. Хорошо. И у тебя еще одна. Еще одна у тебя, папуль. Давай еще. Хорошо. Бери. Это канапе «Кислая долина». Да, просто лайм, лимон и все такое. Пробуй. Кисло? Кисло. Очень. У тебя было 4 проигрыша или 3? 3. А, ну значит все. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Если вы хотите, чтобы мы еще поиграли в Хайв, то это, говорите. Ладно. Может, мы еще поиграем. Может, еще поиграем. Короче, всем пока-пока.